Итак, друзья, приветствую вас во втором уроке курса. И сейчас, перед тем, как выстроить нашу структуру бота, мы подключим непосредственно самого бота для Телеграма. Вот у нас остался вот такой вот шаблон, где есть только один блок «Старт». Пока мы так все и оставляем, жмем кнопку «Опубликовать бота», и далее нам предлагает выбрать каналы нашего бота. Мы выбираем канал «Телеграм». И далее нам нужно будет добавить аккаунт. Для того, чтобы пока добавить аккаунт, нам нужно будет перейти в бота BotFuzzer, в котором получить определенный токен. Давайте я вам покажу, как это сделать. Для того, чтобы получить токен, вам нужно зайти в Telegram. Вы можете его скачать по ссылке под этим видео. Я вам оставлю ссылку как на ваш компьютер, так и на телефон. Для этого заходим в Telegram. После чего в поиске пишем BotFuzzer. Вот он. Я его уже использовал, у меня он уже вот здесь был включен. И у вас здесь, если вы в первый раз его запускаете, то будет старт. Нажимаете старт, и дальше будет команда New Bot. У меня, так как бот этот уже использовался, просто нажимаю меню, выбираю здесь в меню команду New Bot. И нам далее нужно создать нового бота. То есть называем, например, бот бизнес сел. Вы можете название придумать другое, так как это название я уже сейчас зарегистрирую. Бизнес сел. Все, он написал мне отлично, что название принято. Теперь нам нужно сделать к нашему названию вот такую приписку бот. Она может быть как, например, bizsell bot, либо bizsell нижнее подчеркивание бот. Так, копируем наше имя, вставляем его сюда и делаем нижнее подчеркивание бот. Все, у меня данное имя прошло. У вас может не сразу проходить, тогда вам нужно будет здесь менять, например, название bizsell 24, там 54, какие-нибудь цифры подставить, либо какое-то дополнительное название, и потом можете уже сделать нижнее подчеркивание бот. У меня, в общем, прошло в таком виде. Вот, и вот у нас сгенерировался токен. Мы берем этот токен, нажимаем на него, он у нас скопировался. После чего переходим снова в каналы, где Telegram, где вот нам нужно указать этот API токен, вставляем его вот сюда. Жмем кнопку «Сохранить». Ждем. Все. Канал у нас подключен. И ссылка на Telegram-бота доступна вот по вот этому запросу. У нас получается, вот по этой ссылочке открывается бот, открывается приложение Telegram. И если мы запускаем, то пока в нашем боте ничего не происходит, так как нету структуры, нету настройки самого бота. Все. Мы с вами в рамках урока подключили канал в Телеграме. Далее уже перейдем непосредственно к самой структуре. Сейчас подключайте, проделывайте то же самое и до встречи в следующем уроке.